Каково постановление в отношении посещения уроков приверженцев нововведения? Если он посещает урок приверженца новшеств для того, чтобы дискутировать с ним, чтобы разъяснить им истину и правильную позицию, то это нужно делать. А если же он посещает этот урок для того, чтобы обучиться у него, то не дозволено это, даже если эти уроки будут не по акиде, допустим, по грамматике арабского языка или красноречию, не приближайтесь к ним, так как на этих уроках подсунут они свой яд в бочку с медом. Также если увидит кто-то, как ты посещаешь эти уроки, скажет, значит, нет проблем в этом. Даже урок по грамматике? Даже если это грамматика арабского.